Я хочу показать вам сейчас несколько отрывков из спектакля «Политическое кабаре». Слушай, деточка, сказку. Жили-были государство и народ. Большое государство и большой народ. Отношения, деточка, между ними складывались очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенция с НКВД, средние слои с ОБХСС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Деньги в кальсонах, справки в редикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас. Они отвернутся, мы их. В счетчик булавки, в спиртопровод штуцер, в цистерну шланг и качаем озабоченно, глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, откручивая, отвинчивая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоящем счетчике рассмотрим. Государство все, что можно, забирает у нас, а мы у государства. Оно родное, и мы родные. Так что и у нас, и у государства ничего уже и не осталось. Кроме военных, и то антенну параболическую на Дальнем Востоке кто-то отвернулся, и нет ее по парникам, по сараям. Грузовик, экипаж ночью бросил, утром один остов, пираньи. Ходовые рубки от крейсеров на огородах. Деточка, ну и государство не дремлет. Только от магазина на 5 метров отошел, а там цены повысились. Ты еще отошел, они еще больше повысились. А нам хоть бы что. Мировая общественность жутко удивляется. Повышение цен на нас никакого впечатления не производит. Дорожание, урезание, талоны, ваучеры – это оно нас. Цикл прошел, теперь мы его ищем. А есть бензин у самосвалов, рыбу у ГЭС и качаем озабоченно, глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме моральных, нравственность дико упала у обеих сторон. Деточка, надо отдать должное государству. Оно первое засуетилось, ну, мол, ребята, мол, мы, мол, не по-человечески живем, ребята. А народ чего? Народ уже приспособился, ходит куда нужно, смотрит куда нужно и откручивает, отвинчивает, отламывает, преданно глядя государству в глаза. У нас государство народной демократии, говорит государство. А как же отвечает народ? И что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Все, что государственное, все твое, говорит государство. А как же отвечает народ? И что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Такую никто, отвечает народ. И что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Только в государственных больницах тебя и встретят, и положат, и вылечат. Только там, отвечает народ, и сам себя лечит, сам себя. Только в государственных столовых тебя и напоют, и накормят, и накормят, и напоят. Только там, отвечает народ, и поворачивает за угол с мешками. Ты куда, спрашивает государство? Рядом тут, не отвлекайтесь. А. Не поняло. Рядом тут не отвлекайтесь. У вас большие дела, международное положение растет, национальный вопрос. Не отвлекайтесь. Мы тут сами, не беспокойтесь. Мы сами. Что значит сами? У нас что, анархия? У нас народовластие? И нечего шастать, кто куда хочет. А я хотел только на секундочку. Куда? Да никуда, ой, господи. А что у тебя в мешках? В каких мешках? Что у тебя в мешках? Больших или в маленьких? Что у тебя в мешках? Да что вы в самом деле, я хотел только на секундочку. Давай, только быстро. Вернулся, а здесь не урожай. Что вы говорите? Опять ты сотри. Ой-ой-ой. Это что, тебя не волнует? Почему? Ты сотри. Ой-ой-ой, ты сотри. А что ж ты такой спокойный? Это у меня вид такой. Ты сотри. Ай-яй-яй, ты сотри. Тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Опять ты сотри, ай-яй-яй. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ты смотри, ай-яй-яй-яй. Мы же народно-демократическое государство. Ну да. А ты народ. Ну да. Это же твоя родная власть.
Да ну! Это же по твоему желанию реки перемещаются, каналы строятся, пестицы. Ты же всего этого хотел. Когда? Не придуривайся, хотел. Ну, хотел. Мужик, только на секундочку. Куда? Да мне б только поесть. Что ты жрешь все время? Что ты все время жрешь? Что ты жрешь все время? Да где все время такие перерывы? Где все время? Жрешь все время. Ну, глуп, ваше сиятельство. Не смей так называть меня. Сиятельство. Не смей так. Сиятельство. Зачем ты меня уж так хочешь? Я твое родное народно-демократическое государство. Говори просто, слушаюсь, гражданин начальник. Слушаюсь, гражданин начальник. А что с тебя взять? А что с меня возьмешь? Уже все забрали. Только знаю, ты всего этого хотел. Ну, хотел. Можно я только на секундочку? Давай, только быстро. Подожди, стой. Понимаешь, нам друг без друга нельзя, понимаешь? Почему? Нельзя, понимаешь? Ну почему? Я сказал, нельзя. Да я ж хотел только, что ты хотел? А мне б только этой диктатуры и демократии поменьше. Так это ж твоя диктатура. А можно я поменьше? А враги? Какие? Внутренние, внешние. Ты что, их не видишь? Не. А друзья, ты что, их не замечаешь? Так вроде никого уже не осталось. Врагов нужно донимать, друзей кормить. Ты что, не понимаешь? Да сколько можешь, то донимаем, то обнимаем, то обнимаем, то донимаем. Ладно, все, иди корми друзей, врагами я самого займусь. И чтоб мне все понимал, а то стыд. Ни одного государства нет такого бестолкового народа, как ты. И ни одного народа нет такого хорошего государства. Стоять! Ты меня любишь? Тьфу! И народы и государства опять пошли в разные стороны. Перекличка по нашей стране Новосибирск. О-о-о! Где Кириллов, который боролся с приписками? Умер. Камчатка. Женщина Полякова, инициатор борьбы за освобожденный женский труд под девизом «Прочь, здоровые бабы!» Уволилась Норильск, Ефремов, призыв к демократии, 1975 год, умер давно еще, 1976 году. Одесса, черт возьми, где вы там все? Что ты кричишь? Нет уже здесь никого, что ты кричишь? Как никого из прохожих позови кого-нибудь? Нету. Прохожих уже тоже нет. А Конопатка где? Это что, за воду боролся, а ты ее, бедняга, и погиб. Из населения можешь позвать кого-нибудь? Нет. Неделю назад была одна семья. Где они все? Отвалили. Вот ты сиди, хоть аппарат. Я сижу, что же делаю, сижу. У меня от этой воды, извиняюсь, такой понос, и хотел бы отойти, и не отойдешь. Нижний Тагил! Ты что, в противогазе? А где Семенов, эколог, борец? Нет, он задохнулся, у него свистнули противогаз. Нет, он. Ты можешь его снять хоть на секунду. Нет, ты что, мы задохнулись. Давай, черт с тобой, Колыма. Я здесь, я тут. Я тут. Колыма, где Егоров, борец за культуру в вашем крае? Егоров, борец за культуру в вашем крае, вас внимательно слушает. Чем закончилась ваша борьба за культуру? Она нас победила. Какой-то сдвиг у вас есть? По фазе. А к женщинам вы как? А к ним с утра. Только солнце встало, мы уже у их ног. Как там у вас окружающая среда? Решетки. Слушай, не звони. А то я в Москве найду, кто тебе скелет вынимет. Целую тебя крепко. Алло. Алло, Северный полюс. Северный полюс, СП-28. Москва вызывает Северный полюс. Алло, Москва. Северный полюс, СП-28. Нам вообще ничего не нужно. Как ваши исследования? Никаких исследований, нам хорошо. Какие у вас результаты? Никаких результатов, нам хорошо. У вас сейчас день или ночь? Это вас не касается. Когда вы возвращаетесь?
Это политический вопрос. Дебатируется самоопределение, отделение и переход в суверенное плавание. Что, на льдине? Пока да, все, отключает сквозняк, медведь толкается. Алло, 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 Мариуполь, Мариуполь. А мы здесь, мы как раз здесь, мы у аппарата. Почему мы? Пусть один говорит. А мы-то один и есть. Отдай трубку, тебе говорят. Нет, я буду говорить. Нет, я буду. А ты будешь спать, я в тебя плюну. Мариуполь, Мариуполь, как там у вас радиация? Все нормально. Я буду говорить. Нет, я. А ты будешь спать, я в тебя плюну. А чёр я утром ем. Мариуполь, пусть одна голова говорит. Сколько у тебя ног? Одна. Ты не можешь сбегать за Сидельниковым? Почему? Я побегу. Нет, я побегу. А ты будешь спать, я в тебя плюну. А чёр я утром ем. Мариуполь, где Сидельников? Он с детьми сидит. Что, много детей? Как посмотреть? Как ест, так один. А какают, вроде много. Ладно, разберись там с ногами, с головами. Алло. Алло, алло, Башкортостан. Башкортостан. I don't understand. Это Башкирия? Yes. Не морочь голову, Москва говорит. А я напугал, по латыни давай. Чё это вдруг? Отделяемся мы, пока свой язык не вспомним, по латыни трундеть будем. Все надписи по латыни ни черта не поймете. Лошадей заведем, армию заведем, а всю мир отобьемся, новую жизнь начнем. А у вас нет промышленности. На черта промышленность. Люди, лошади и латынь. И гуляй куда хочешь. Мы в энциклопедию заглянули, кочевники мы, оказывается. Кочевать хотим. У нас кочевизм давно. У нас люди и лошади одинаково выносливы. Кочевать хотим, не звони, отвлекать будешь. Алло, кто со мной говорит? Вас плохо слышно. Кто вы? Кто со мной говорит? Кто вы? Поволжье мы. Чего у вас там? Ничего у нас нет. Абсолютно. Хотим посоветоваться. Мы все равно голодаем, так может, в честь чего? В знак протеста. Может, негров в Африке поддержать, тоже голодают. Ну давай голодай за победу перестройки. А за победу разве голодают? А что вся страна делает? Все, пошел голодать. Сахалин, Сахалин. Алло, хайса, удия, удача, обувья, уда, тяно, иду я, тя. Сахалин, прошу. Оно, Сахалина, оно, оно. Николаев где? Николаева, здесь я, оно. Николаев, не валяй, дурака. Как там у вас дела? Все хорошо, горосуем, оно, оно. Че это вдруг? К Японии переходим всеобщим тайным голосованием. Оно, оно. Как разделились голоса? Никак не разделились. Единогласно. Япония. Оно, оно. Ну против-то есть? Оно, есть, есть. Японцы против. А. Ну уже поздно. Прощайте, товарищи. Оно. Йоха. 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 Хоп, 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 хо